Я давал поручение первым руководителям внести предложение о наказании должностных лиц, допустивших неосвоение бюджетных средств. Такие предложения были внесены, поэтому я объявляю выговоры по неосвоению бюджетных средств вице-министра Министерства здравоохранения Такижанову, Министерству сельского хозяйства Талыбаеву, Министерству финансов Тенгибаеву. Также наказаны ряд председателей комитетов и других должностных лиц. Поручаю акимам Павлодарской, Жамбылской областей объявить выговор своим заместителям, курирующим вопросы финансов и вопросы направления освоения бюджетных средств. О принятом решении проинформировать правительство до конца сегодняшнего дня. По вопросам индустриализации. Каждые полгода, Асет Арентаевич, и всех касается, потому что вопросы ГПФИ и вообще индустриализации, изменения структуры экономики, это касается всех членов правительства акима, всех руководителей госорганов. Каждые полгода мы запускаем проекты, каждый раз у нас случаи их остановки после торжественных запусков. Министрам, акимам необходимо принять меры по стабильной работе всех проектов, выхода их на мощности. Вообще нужно качество отбираемости проектов, Асет Арентаевич. Зачем нам устраивать гонку? Мы и так уже упорядочили на региональные и республиканские карты индустриализации. Надо просчитывать их экономики, рынки сбыта, самое главное. Вот в связи с этой работой и с упущениями в работе министерства объявляю выговор первому заместителю вашему РАО Альберту Павловичу. Вот по реализации программы модернизации ЖКХ. Вот включите любой канал телевидения, идут одни нарекания на качество исполнения программы модернизации ЖКХ. Люди справедливо жалуются. Слушайте, посмотрите, все направления постоянно меняются. Недостаточно некачественная проработка механизмов ее реализации. Но есть же хороший опыт, слушайте. Сам бизнес снизу предлагает опыт работы, как работать с населением. Давайте отдадим это бизнесу. Создайте направление государственно-частного партнерства. Бизнес готов это направление взять. И бизнес будет отвечать перед населением. СПК поручили, провалили. Начали кредиты государственные. Механизмы не отработаны. Нокину Серик Кинесич, который ведет эти вопросы со времен основания агентства по делам строительства, я объявляю выговор. Сегодня затронул в правительстве не все проблемы, а их немало. Если ситуация не изменится к концу года, я оставляю за собой право внести на имя главы государства предложение наказания первых руководителей, это министров и акимов.